За закрытыми воротами зоопарка чудесного в Борисовке настоящая весна. Несмотря на режим самоизоляции и вынужденное временное прекращение работы, жизнь здесь продолжается. У нескольких звериных мам на свет появились малыши. Пони-звездочка стала мамой 3 апреля. У козы Евы родились двое козлят. Есть и многодетные мамы – куры, свинка, крольчихи. Существенное пополнение в деревне Енотов. Здесь сразу 12 крох у 3 самок. Семейство сурикатов тоже обзавелось потомством. Здесь, в террариуме, специальная температура, лампа со светом. Помимо этого, необходимо и иное, чем обычно, питание. За каждой зоомамочкой и за детенышами требуется особый уход. Они едят в 2-3 раза больше, и нужно уже самой свой витаминки. Как и любой женщине, после родов нужно другое питание. Сейчас спокойный период для животных, ведь гостей нет. Но все же для всех зоопарков страны это непростое время. Без посетителей нет средств, а обслуживание четвероногих прекращать нельзя. Нет финансового, а платежи есть. Также налоги, свет, вывоз мусора, обработка, она никуда не уходила. Вот. Сейчас мы разработали такую технику, чтобы люди могли заранее приобрести билеты до конца года. Они могут посетить покупки, да? В любое время для них удобно. Помимо этого, в зоопарке рады встретить волонтеров. Также для помощи четвероногим мамам-пушистикам из чудесного есть копилки помощи. Помочь звериным семьям может любой желающий. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс.